Друзья, мы в очередной раз счастливы вас приветствовать в недрах компании «Сплав», центрального магазина компании «Сплав», который расположен в городе Москве на улице Кечерская, дом 16. Дом 16. И мы сегодня с Кириллом вам, как сказать, принесли радостную весть о том, что наконец-то обувь чешской компании «Прабос» отныне, и буду надеяться, навек представлена в России, а компания «Сплав» является официальным, как правильно сказать, дилером. Дистрибутором. Дистрибутором. Я путаю вот эти все время слова, прошу меня простить. Это, друзья, вот это видео исключительно информационного характера, никаких обзоров здесь или чего-то в этом роде, это общая информация, то есть ответы на самые ваши часто задаваемые вопросы. Мы решили их в формате видео записать, я эти вопросы буду задавать Кириллу, а Кирилл будет отвечать мне, как бы вам, для того, чтобы вы, когда их будете задавать снова и снова, я вам просто кидал ссылку на видео, вы смотрели это видео и получали, соответственно, все ответы на ваши актуальные вопросы. Поехали? Поехали. Поехали. Вопросов будет немного. Вопрос первый, значит, какие именно модели обуви «Прабос» пришли или будут представлены в первой, насколько я понимаю, первая поставка? Да. Первая поставка. Данная поставка первая. В ней мы собрали 14 наиболее популярных моделей, 14-16. И эти модели будут представлены в трех либо четырех цветах, в зависимости от модели. А поставка, сразу оговорюсь, первая, пробная для нас. То есть мы решили проверить спрос, посмотреть на реакцию публики, на реакцию покупателей. И, к сожалению, здесь маленький нюанс. Ограниченный размерный ряд с 40 по 45. Все, сейчас начнется. Начнется. Но если все пойдет хорошо, мы, соответственно, его расширим, конечно же. Значит, да, я суммирую вышесказанное. Значит, в данную поставку, в первую, да, вошли модели, полный список моделей. Мы его не будем сейчас перечислять. Полный список моделей будет в описании под видео. Полный список моделей. То есть вы можете пойти в описание под видео и увидеть полный список моделей. Вот эти модели, которые вошли в данный список, это, я так понимаю, самые, ну, на основании изучения рынка, спроса, да, и да, да, самые популярные. Российского рынка, да? Это самые популярные модели, которые чаще всего, про которые чаще всего спрашивают, которые чаще всего заказывают именно напрямую там, и так далее. Да? Именно. Это вот эти модели. То есть я предвижу просто вопрос, почему именно эти, а я хотел вот эти, а я вот хотел вот эти. То есть, друзья, вы, в самом широком смысле слова, хотели вот эти. И поэтому вот эти вам привезли. Это кроме шуток. Это так, да, так и есть, да, на самом деле. Еще очень здесь такой момент. Почему не все 14 моделей выставлены перед вами? Потому что я вот кроме шуток говорю, вот эти две модели, значит, это высокие вагабунды камуфлированные и средней высоты, по-моему, без мембраны, да, без мембраны. И средние фантомы тоже без мембраны. Эти две модели мы выдернули буквально и со склада. У приемщика чуть не с боем вырывали. Начальника склада. Начальника склада, потому что они еще даже не оприходованы, понимаете? То есть это вот мы просто для иллюстрации их поставили, как бы, да, но сказать, они для иллюстрации, но это такая очень иллюстрация хорошая, общая, хорошая, да, хорошая. Почему? Потому что вагабунды пользуются спросом, камуфляжная вот такая версия особенно, да, и за фантомы в последнее время спрашивают очень часто. Фантомы, как понимаю, есть разные, да? Есть фантомы черные во всех их проявлениях, скажем так. То есть вот здесь, который представлен, это безмембранный летний вариант, угу, плюс мембранные фантомы и фантомы не в коже, а вот тканевом исполнении. Тканевом исполнении. То есть, судя по вашим отзывам, кто уже успел их приобрести, фантомы, самая сейчас, ну, наверное, самая популярная модель у «Прабоса» это становится фантомом. Становится. То есть был вагабунд, сейчас становится фантом. Поэтому фантомы во всех проявлениях есть. Следующий вопрос. То есть про модели мы сказали, в общих чертах мы сказали. Следующий момент. Где данная обувь, в каких магазинах вот эти перечисленные модели, угу, в этих цветах и в этом размере будет представлена? Данные модели и данная обувь будет представлена пока только в двух наших магазинах. Это магазин номер 1, улица Керчерская, дом 16, город Москва. И в Питере на Лесной. Один магазин в столице. И один магазин в северной столице. И один в северной столице. Друзья, опять же, все понимаю,
а как же Тверь, Омск, Новосибирск, Иркутск и так далее, а как же? Ну вот пока только в двух магазинах. Пока только в них. Ну и, естественно, она представлена ли эта обувь или и доступна ли она к заказу посредством интернет-магазина? Интернет-магазин в том числе. Пожалуйста, без вопросов. Можно заказать с доставкой. На данный момент не вижу смысла более, ну, применительно к данному вопросу что-то еще раскрывать, потому что все, мы на основные вопросы ответили. Модельный ряд, размерный ряд. Модельный ряд, модели в описании под видео, размерный ряд, все эти модели в размере 40, после 40 по 45. От 40 по 45. Все эти модели 40-45. Да. Далее, размерный ряд ответили, где представлены они будут. Ответили в интернет-магазине, что не будут, ответили. Что от вас теперь нужно? Если у вас есть вопросы применительно к каким-то конкретным деталям, конкретных моделей, про которые вы прочитаете, пишите комментарии. И мы постараемся в следующий раз с Кириллом соберемся и уже вам осветим. Более нам уже не надо будет отнимать их. Они просто будут стоять, ну, в зале в торговом. Да. То есть мы зайдем, их снимем с полки и про них вам расскажем, детально покажем, где что тут. Ну, покрутим их вот так вот очень со всех сторон. И ответим на все вопросы, применительно к каждой конкретной модели, если эти вопросы у вас будут. Я, ну, вам меня не видно в полный рост. Я, кстати, сам в черном низком мембранном фантоме. Сам хожу, сам пришел и сам уйду в них же. То есть ему уже более года, почти полтора года этим ботинкам, как бы никаких вопросов нету. Вот я постоянно их на демисезон ношу. То есть осень, зиму и весну. Только летом не надеваю, потому что летом на более легкие модели использую. Друзья, спасибо. Вас ждут в компании Сплав. Приходите, меряйте, выбирайте, а дальше думайте сами, иметь или не иметь. Теперь учитесь грамотно, друзья. Да пребудет с вами сила. Пока.